сейчас пафосно с вами так здороваюсь, как времена. Привет, звали публику, привет, Федор Иванович Шаляк. Дорогие гости, дорогие студенты, дорогие преподаватели. Поздравляю вас с очередным четвертым кафедральным концертом в этом нашем учебном сезоне. Концерт посвящен Федору Ивановичу Шаляку. Что можно сказать? Сложно мне, как певцу, как басу, который отработал в Большом театре в басовых партиях 31 год, и который пропел с десяток партий, которые пел Федор Иванович Шаляпин, мне сегодня особенно радостно вспомнить его доброе имя, вспомнить не только певца, но и величайшего артиста, или как он себя любил называть, обижался, когда его называют оперный певец. Он говорит, оперный уже само собой подразумевает оперу. Оперный, это еще и певец, но мыло-мыльное. Я оперный актер. И сегодня я буду краток. Наверняка все, кто присутствовал в зале, знают, сколько из прослушал, сколько записей есть у этого великого артиста. Во всем мире издается и переиздается его наследие музыкальное. Доктора наук пишут и кандидаты пишут диссертации, которых больше тысяч. Проходят вокальные конференции. Сколько много всего написано. Написано очень много художественной литературы о Федоре Ивановиче Шаляпине. Что можно сказать? Федор Иванович – недосягаемая величина. И не по масштабу своего громогласности, своего голоса. Но голос у него был совсем не громогласный. И были певцы, у которых просто по децибелам были такие громадные голоса. Но когда их роли брал Федор Иванович Шаляпин, то дирекции всех театров приглашали только его. Именно благодаря Федору Ивановичу Шаляпину сложилась традиция исполнения такой оперы у Бориса Годунова. Именно он внес вот этот рисунок роли, который мы все видим и представляем себе. Какая же должна быть опера Борис Годунов. Достичь его величины, во всяком случае, сложно. Очень сложно. Но стремиться к этому каждому певцу необходимо. Ибо вот именно вот это стремление быть похожим на Федора Ивановича Шаляпина и сделает вас, дорогие студенты, настоящими певцами. А сейчас мы начинаем концерт, посвященный Федору Ивановичу Шаляпину. Это на приношение нашей кафедры этому великому артисту. Итак, Сергей Рахманинов. Слова Карифинского. В душе у каждого из нас. Исполняет Алексей Неумывакин. Леонида Аркадьевича, партия фортепиано Ирен Крупицкая. Is
растенья болена, душа не любит упоенью, и мимолетному влеченью, и бесконечному забвенью не покоряется она. На все для вас подвох.
Ничего не сказал.
средь мрачных дней. Исполняет суть кайф. Лас Захарова Александра Александровича. Партия Патрикьяна Наталья Иванова. Thank you.
Кутовский, Ария Марфы из оперы «Таванщина». Исполняет Анастасия Ковалева. Thank you.
Ария Кончака из оперы «Князь Игорь». Исполняет Лю Цзянтао, бас Мачулова Алексея Владимировича. Евгения Кухачева. Oh!
Нива. Исполняет Анастасия Ковалева. Ласканная богиня, правец Марии Викторовны.
песни на слова Константина Романова «Молитва», на слова Сологуба «Все очень». Исполняет Анастасия Сагайдар, класс камерного пения Ивановой Яны Леонидовны. Партия фортепиано Евгений Сергеев. Thank you.
исполняет Александр Бокарев. Классно умник Александра Анатольевича. Вокального ансамбля Нестеровой Ольги Вячеславны.
фортепиано Ольга Нестерова. Мы вышли вверх вдоль песню, но и сразу.
исполняют Жанна Петровян и Асланбек Аггазов. Класс вокального ансамбля Нестеровой Ольги Вячеславовны. Пьюдит экос, эй, веса, си пьюдит экос, эй, веса.
как штрям. Вас на улице Александр Анатольевич. Какую грусть ее томит.
Кукрасника слова Кукрасника. Давно ли роскошно природа весела? Исполняет Софья Ленина. Класс Кузнецовой Светланы Григорьевны. Константин Бирюков. Thank you.
Анна Кудайрбян. Класс Лисица Рузаны Павловны. Партия фортепиано Евгений Сергеев. Thank you.
Кая Герды из оперы «История Кая Герды». Исполняет Жанна Левердян. Глаз месяца Рузан Павлович. Исполняет Анжелика Мельникова.
ластовым русской Екатерины Валерьевны. Партия Парфяна Анна Челышева. Thank you.
Лиса Шапулико, Влас Лисица Рузаны Палча. Ария «Паша» из оперы «Буги ноты» исполняет Василиса Шапулико, Влас Лисица Рузаны Палча. Партия фортепиано Евгений Сергеев. Анна Челышева.
18 апреля. Ждем вас. Спасибо.